самое главное выстреленное видео, после которого пошло, это реакции девушек на то, как Егитлара Рами Синьора там дверь, какая реакция у девушек. И он да, был дынгли, такие, типа, разные районы. Мы с вами Балташта, Шулай, Инди, Нурлатта, Шулай. И я разные районы показывал. И вот эта тема очень понравилась людям, и они просили, давай, снимай еще вот такого типа. Районы показывай. Потому что диалекты, люди разные, там страна одна, а люди разные, Бетинде. Манада же тоже республика одна, все, вроде все татары, но все такие разные, Инди. Конечно. И вот это выстрелило. И до сих пор я снимаю видео про районы показывай, Инди, Шулай. Это сложно, надо изучать, да? Ой, на самом деле нет. Нет? Это раньше было так. Вот первое видео было так. А сейчас уже снимаешь меня, там башка киля, там перечисляешь, там 10 пунктов я с обхуйтом снял, и потом такой, что писать? Болтать тебе. Ладно, болтать мусор. И попадаешь. В любом случае, на комментарии Ларда Язара, типа, блин, реально же так, там, типа, вот так почему-то, не знаю, желает Ургеля. То есть легко дается, можно сказать. Ну нет, не так Не легко. так. Инстаграм это работа 24 часа. Ну, постоянно, бля, постоянно кулдаун на тысячу сидит. А когда син, она как хобби видишь и кадень, ты, блин, ничего это как сильно. Типа выложил фотку, там, ладно, пофиг, не надо так. А когда син Инстаграм наведешь, ты должен постоянно работать, а ну еще. Комментарии рожал, берега мнение людей спрашивать, а она учитывает, как быть начальник. Это такая же редакция, как и газеты, как и журналы. Прям у меня и свои редакторы есть, ну, тоже Инда, Алар такая, одна моя девушка, не кичься меня, конечно, но в любом случае они считаются редакторами Инда, вот. Тоже, знаешь, это Хасана тоже Инда, Ракеля Инда. Мастер, ты выложил ролик, да, но не понравился людям Инда. Лучше Отписка удалить, да? начинается, да, лучше удалить в любом случае. Надо все контролировать.